Год российского кино стимулировал развитие киносети в стране. Обновленный современный киноцентр открылся и в Кумертау. Это стало возможно благодаря участию города в федеральной программе кинофикации малых городов, в результате чего из фонда кино были выделены деньги на реконструкцию. Центр располагает двумя залами. Здесь мягкие кресла и современное оборудование для показа кино в формате 2D и 3D. Напомним, в Кумертау кинотеатр был. Однако устаревшая аппаратура не позволяла демонстрировать киноновинки. Летом прошлого года в нашем городе появился настоящий культурный центр. И теперь ценители киноискусства могут увидеть фильмы на большом экране. С момента открытия киноцентр посетили 45 тысяч зрителей. Было показано около 4 тысяч фильмов. Очень продуктивно начался и нынешний год. Хочется сказать, что очень бурно. Мы первую неделю отработали замечательно. И хотелось бы, чтобы почаще наши горожане приходили к нам в кинотеатр в такой красивый, чистый, уютный. Всем очень у нас понравилось. Все говорили спасибо. И довольны уходили домой, посмотрев новинки кинематографа не только российского, но и зарубежного. Прошло чуть больше полугода с момента открытия кинотеатра. Время показывает, что он востребован не только среди кумертаусов. Увидеть новинки киноиндустрии приезжают и жители соседних городов и районов. Есть куда сходить с детьми, вообще провести свободное время. То есть, в принципе, очень удобно, что не надо ехать в какие-то большие города. Все доступно здесь, и фильмы всегда достаточно. И обновляются постоянно, и актуальны. То есть идут те, которые везде в прокате. Первый раз в кинотеатре. Кинотеатр очень понравился. Фильм понравился тоже. Очень хороший. Впечатление хорошее. Приезжать еще будет. Обязательно. Детей привозить. Будем другим советовать, чтобы приезжали. Работники киноцентра прилагают все усилия для того, чтобы зрителям было уютно и комфортно. Так на лето уже запланированы ремонтные работы. В планах делать качественно свою работу, как всегда, мы стараемся все это на высоте держать. Поменять нужно отопление в малом зале, что у нас там прохладненько немножечко. В большом зале мы все сделали для приоткрытии. Важнейшим искусством для нас по-прежнему остается кино. И бессменным центром этого вида искусства на юге Башкортостана является наш Горняк. И мы желаем ему успеха и процветания. Айгуль Мухаметшина, Владимир Кузьмин, новости.